Всем привет! Недавно друг, работающий в ресторане, которому приходится очень часто мыть посуду на профессиональном уровне, посоветовал мне, как сделать моющее средство, а точнее его усовершенствовать. Это выйдет и экономней по расходу, и намного лучше будет результат. Сейчас вам быстренько покажу, как это сделать. Для этого понадобится нам 200 грамм моющего. Это надо будет вылить сюда, посудину перемешать, но моющий вылили мы в конце. Сейчас вы узнаете почему. Так как надо сначала взять еще 200 грамм воды, желательно потеплее. Выливаем ее сразу сюда. Так как мы будем добавлять сейчас ингредиенты, и надо, чтобы они в воде растворились. Так, на 200 грамм моющего, 200 грамм воды нам понадобится столовая ложка соли. И 2 столовые ложки соды. Подойдет как обычная пищевая, также и йодированная. Теперь мы тщательно перемешиваем соду, соль в теплой воде. И затем, только когда все растворится, уже тогда добавим сюда моющее. Вот как мы перемешали соду с солью. Теперь сюда выливаем моющее. Можно сполоснуть. Меньше моющего перевести. Теперь перемешиваем уже вместе с моющим. После того, как все уже вместе перемешали, берете какую-нибудь емкость и переливаем сюда наше самодельное моющее. Перелил я все в емкость. Ну, сейчас давайте быстренько покажу, как это будет работать. Возьму специально грязную жирную сковородку. И на этом примере покажу, как это средство хорошо отмывает. Наше моющее. Немного выливаем. Попробуем. Как видите, жир отлетает мгновенно. Да, смотрите. Сейчас это все даже буквально протру обычными салфетками. Все. 30 секунд. Оцените сами. Это даже без промывания под краном. Конечно, желательно промыть. Но для наглядности хватит. Ну, как видите, такое чудо-средство получилось при очень дешевых ингредиентах. Соль, сода есть у всех, стоит копейки. Также можно отмывать, начиная с посуды, раковины, заканчивая даже ванной и унитазом. Пробуйте. Должно вам понравиться. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще видео. Всем пока.